Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Сивун Артем. Сейчас я покажу, как зарегистрироваться в компании Wi-Fi на ее основном главном сайте. Заходим по ссылочке, которую вам дал тот человек, который вас пригласил в бизнес. Выбираете ваш регион, Россия, русский язык или другая страна. Загружается сайт. Вот мы видим информацию на сайте. В правом крайнем углу вверху вы видите написано «Регистрация». Также можете почитать другую информацию. Нажимаете «Регистрация». Теперь вы должны выбрать свою страну. В данном случае это Ukraine. Выбираете русский язык. Нажимаете «Далее». Ставите галочку, снова галочка, читайте положение, подтвердить. Теперь идет информация. Мы должны придумать вот какую-то надпись, да, это будущий ваш логин в компании FFI, а также адрес вашего интернет-магазина. Написали и проверили на наличие. Возможно, такое уже придумали. И нажимаем Go to Step 2. Перед этим высвечивается ваш спонсор. Будьте внимательны, чтобы спонсором был тот, кто вас пригласил в бизнес. Пишите все теперь на английском языке. Имя. Отчество не пишем, пишем фамилию, обращение также не пишем. Компанию пропускаем. Далее, имя, фамилия на веб-сайте копируем, вставляем. Вот то же самое делать так, как я показываю, ничего лишнего. Следующая информация – это дата рождения. Выбирайте сначала месяц, потом день, потом год. Ставьте галочку «Адрес». Тот же самый, что и при доставке. И пишем, значит, название улицы, street, значит, номер дома, H, и номер квартиры, apartment. Адрес 2 мы ничего не пишем, город написали. Выбираем область. Теперь мы пишем почтовый индекс. Страна стоит. Пишем мобильный телефон. Далее пишем email. Копируем, вставляем его. И нужно придумать пароль. Придумывайте всегда безопасный пароль. В данном случае мы это просто показываем, как сделать. Это информация для тех людей, которые заходят в бизнес сразу с какого-то пакета. Если вы это не планируете сразу делать, тогда ничего не нажимайте, просто листайте вниз и нажимайте «Продолжить». Вот информация, которую мы заполняли, все правильно. Нажимаем «Процесс My Application». То есть продолжаем. И вот уже платежная информация, способ оплаты. Да, вот нам предлагается с помощью карточки кредитной или с помощью Signup Token такой пункт. В первом случае это наша карта, Visa или MasterCard. Если это Signup Token, то это с помощью денег вашего спонсора, который он заработал в компании. Пишем номер карты, пишем дату истечения обязательно и пишем код безопасности. Все, после этого вы нажимаете один раз «Submit», не нажимайте дважды, чтобы платеж не завис. И ждите. Возможно, будет долго грузить, это нормально. Бывает такое, что до минуты.
После того, как вы оплатили, у вас появится страница с поздравлением, что платеж прошел успешно. Итак, друзья, я вас поздравляю. Теперь вы партнер компании FFI. Удачи в бизнесе!